Добрый вечер. Да, в этот момент можно поаплодировать. Мы очень рады вас приветствовать здесь. Очень рады, что вас довольно много. В очередной раз хотим сказать спасибо этому замечательному, а может быть, на наш взгляд, и лучшему клубу в Москве за то, что нас позвали здесь поиграть. Сегодня мы, насколько я понимаю, закрываем концертный сезон. Запоздало закрываем его. Вот. И поэтому вдвойне приятно сыграть для вас. Это, в общем, пожалуй, все, что я могу сказать в начале. Единственное, что попрошу, как всегда, если в зале будет достаточно тихо, то вполне возможно, у нас какая-то музыка получится сегодня. Спасибо. Thank you.
немножко на тему света. Свет, вот, чтобы нота была видна, потому что тут вообще нет света. Thank you.
Мы сейчас сыграем пьесу композитора Владимира Генералова, которая называется «Посвящение Джиму Моррисону» в двух частях. А посвятить это исполнение сегодня мы хотели бы недавно погибшему виолончелисту из Ленинграда Володе Белову, который был нашим другом. Thank you.
Thank you.
Спасибо большое, вы очень добры. Thank you.
Да, спасибо большое. Пьеса называлась «Новый день». Александр Сибилев, рояль. И в завершении нашего сегодняшнего буйства мы сыграем пьесу, которая называется «340-й». Но прежде чем ее сыграть, у меня есть два наиважнейших объявления. Первое, это я хотел бы напомнить всем, что кроме высокого искусства существует низкая коммерция. И поэтому, если кому-то вдруг понравилось, у нас есть пластинки, красиво изданные, и вы можете их приобрести. Но это не самое важное. Самое важное, я хотел бы представить сих благородных донов, которые сегодня соизволили со мной поиграть. Александр Трофимов, младший, барабаны. Совершенно потрясающий Сергей Ваулин, саксофон. Михаил Бручей, труба, флюгельгорн. И Александр Кивлёв, рояль. Thank you.
Еще раз большое спасибо. Александр Трофимов, Сергей Баулин, Михаил Дурчеев, Александр Шевелев. Спасибо большое и доброго вам вечера.